Всем привет, дорогие зрители. Да, Слэм Бэт не умер, вот, ну, что так сказать. Видео, да, я должен закончить Бэт. Просто запоролся в самом начале. Ну как ты так? Ну. Что, я нормально запоролся? Репетировали. Иди в жопу. Да, я знаю, я должен закончить Darksiders, Бэтмена и Deus Ex. Ну, Бэтмен скоро закончится, первый Бэтмен, еще второй, блин, в жопу его нахрен. Но надо снимать. Я решил пока снять Dead Space 3, по крайней мере, начать Dead Space 3. Слушай, иди в жопу, а. А, ну все, поехали. Со мной мой друг Давид Смайлович, и я мистер Флаттершай, то бишь Кирилл. Поехали. Кирилл? Давид? А, ок. Да как в том видео первом. Угу. Тебя выкидываю? У тебя есть проблемы с интернетом? Тебя глючит? Не. Последний сервер разорван. Все, смотри заставочку. Производство Visceral Games. Разговаривай. Не разговаривать? Только читай. Я читаю. Нет, не надо читать. Я передумал. Дед спился 3. А, ок. Как Фаргус перевел, дед спился. Вон, я впереди, ты сзади такой бухой. 18 июня 2314 год. Планета Земля принадлежит России. Бог ты мой, Койфман, бесполезно. Давай, Альфа, давай. Это виски, 2.5.0. Странно. Ты вообще какой-то девственник. Кто бы говорил, это вообще черный. У тебя ни усов, ни бакенбардов, ничего. Ты про мою рожу в игре? Да. Слушай, у меня, вот если сравнить с моей, так вообще заросли одни на лице. Ты больше похож на того заднего. Это да, а ты похож на эту, только потолще быть. Прикинь, сейчас игру вообще не слышно, только нас с тобой. Мне начинает так казаться. Ну похрен. Окей, гоу. Что-то я еще хотел сказать. Ах, да, по мере прохождения игры мы будем стараться... О, Б. Ну, я помню, что Б. По мере прохождения игры мы будем стараться... Не будем стараться, мы будем делать побочные, дополнительные бонусы... Ай, вы меня поняли, задание. И... Все слушать и все читать для вас. Ты даже не знаешь, что около конца держать винтовку. Кто Койфман, а кто есть кто? Я не знаю. Ну, как всегда, когда я начинаю снимать, кошак ноет. Правильно. А ты знаешь, почему это? Не хочется. Слушай, а? Что заперто? Тут не заперто, давай ломаем. А, блин, я прицелился и жму на... Так, РП зарядится. Ау. Ой, лол, надо было сломать. Помогите! С топориком. Какой-то он некрасивый. На него что-то ворку. Какашка. Умри, падла. О, ты видел, как его разорвал? Это да. Это найс был. Что мне подсказывает чутье, что не будет не лист. Смотри, он стоит. Прибежал. Добрый. А, сори, я не заметил. В реальной жизни там тебя бьют. Ой, сори, я не заметил. Блин, где гребаные аптечки? Ну, как всегда, аптечки нужны. Эу. Я решил сделать звук потише. А, да. Тут тебя, кстати, я очень сильно слышу у себя. Твои проблемы. Слушай, иди в попу. Просто у меня слишком громко, я решил для себя сделать потише, не для тебя. Mm-hmm. Ты вообще никого не волнует. Ты, кажется, громче еще сделал. Я тоже так заметил. В левую сторону уменьшать. Да ладно. Прохладно. Сейчас подожди, как раз пока уменьшаешь, сейчас приду. Прям в
точь в точь. О, это найс. Ничего нету. Ну это в прологе вообще ни хрена нету. Че? В прологе ни хрена нету, ими досматриваться негде. Ясно. Че ты там жимкаешь, Вась? А, это я. Как всегда мы будем падать. Господи. Красиво. Какие пейзажи. Зачем вот это пейзажи? Надо было уворачиваться, да? Да. А, тут еще и бежать надо точно. Мне кажется, у вас не получится. Первый раз? Да, походу. Знаю, это ошибка. Прыгай. Да я понял. Я только прыгаю. Ой, я чуть яму не упал. А он соскальзывает как-то с ямы. Я до этого очень неловко сидел. Что там происходит, да, ёпка? Там взорвалось. Да, все, меня запсыпало. Ёбаный. А, стрелять надо было, куда? Нет, стой, не в него, а там... Это вот. А куда стрелять? Еще можно уворачиваться, если что. Нам, походу, внутрь надо. Тебя убило? Не, я жив. Ты не поймал, ублюдок. У тебя рука короткая. Сейчас так просыпаемся, спустя 3 года. Надо было тянуться сильнее. Кто бы говорил, а? Как-то у них странно, маски снимаются. У тебя хп почти кончилось. У меня вообще нету этих хилок. Сейчас тебя убьют. А, нет. Это ты помнишь, висишь? Повесился, показал, пока я в отключке был. А, мой друг. А, я же не твой друг. Которого вообще с нами не было, да? О, пролог почти прошли. Мехат. Генерал Мехат. Или как там было? Мехар. Ну она это. Ты даже не успел среагировать. Но я выжил. Или я сейчас умру, походу. Ну ок, сейчас будет большой бум. И там флаг Латвии. Дев свете Латвию. И твоя фотка по себе. Мусь дарго тебью. Подох. А, это типа бомба, да, то что он положил? Вроде того. Это как из этих, из фильма, где чужие. А, да. О, нет, он просто все, удалил все эти файлы, которые нам нужны были. А. Мне кажется, пролог прошли. Уверен? Да. Я тоже так думал. Или еще нет? Ну, он идет сохранение, значит, еще нет. Вон подход... Новая колония, новые горизонты, 200 лет спустя. Все-таки прошли, кажись. Я тоже так думал. Там подожди, пусть заставочка пройдет. Чем-то мне язык мне напоминает. Тоже бухает. Да. Плохо нарисовал рисунок, ну все в жопу. А, глазик неровный. О. Дверь сама открылась, what the fuck. Чё у меня рука трясется? Я столько пришельцев повидал. За две части. Бухать меньше надо. Как ты вот прошел, а? Почему ты поставил меня раком? Ну, походу, пока еще не друзья. Вот так мы с тобой и познакомились, Давид. Yeah.
Бум. Он только стоит и улыбается, ты видел? Показывает ему эту фотку и улыбается. Еще с собой забрал. Взял мне свое оружие, дал. А, нет, зачем мне моя фотка? Сам посмотрел на себя. Зачем? Ну, норм. Ну, найс фотка, ВК выложу, да? Угу. Ну так, пролог под... Вот, глава первая, ну найс. Да, Кью. Вот, и тут... Хватит меня бить. Так. Текстовое сообщение. Ну, сейчас я прочту его. Всем спасибо за просмотр. Прочитай сейчас. Ну ладно. Нет, потом тогда, ладно. Все, я поздно нажал на него. А, ну. Окей, начинаю. Личный дневник Айзека Кларка. Мы все что-то потеряли в том кошмарном... Да ты заколебал, в мегаполисе на Титане. Элис лишилась глаза, хорошо еще, что ему нашлась замена, которая была на мое... Что нам... А, нам по карману. Цвет ее глаза теперь разный. А, глаз ее разный, но она хотя бы снова почувствовала себя полноценной. А я потерял часть своей души, и теперь ни за какие чертовы деньги не могу ее выкупить. Думаю, в конечном итоге именно поэтому она и ушла. Люди готовы смириться с тем, что хотя бы можно исправить, но мой мир безвозвратно разрушен. Прочел. Потом послушаем следующую серию, да. Видеосообщение. Да, да. А, не аудио. Аудиосообщение. Всем спасибо за просмотр, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить дальнейшее прохождение не только по Dead Space, но и по хватит. Слушай, Давид, ты бешеный. Поставьте лайк, чтобы он перестал беситься. На успокоительное ему хватит. Микрофон новый купили, тебе успокоительное надо, да? Да. А тут ты фапаешь, что тебя все слышно. Все, пока. Пока.